Понимаешь, интерпретация языковая, но Беларусь это вот все, это надо. Ну, можешь скинуть розу, если хочешь. Это ж твое желание. Да, блин, ну если по картам страна называется Беларусь по картам, как может она в России называться Белоруссией, если карты? Понимаешь, карты. По картам она на Беларусь, Республика Беларусь. Понимаешь, такая тема. Если по картам. Спасибо большое за розочку. Да, Таро. Таро. Передаю привет Алия. Что погадаем, погадаем. Приветик, приветик. Ребят, я не гадаю на эфирах. Я не начинающий чубзик, который ищет практики. Понимаете, я этим занимаюсь уже достаточно лет. У меня есть личные консультации. Кому интересно, я буду очень рада видеть у себя. Очень рада. Вот. Передаю привет Ярославу. А вот это весь бред, ну, блядь, даже в шуточной форме, понимаешь? Я этим не занимаюсь. Я никогда не занималась. Ты ж можешь с моего стрима уйти, съебаться тем, кто этим реально занимается, им по рофлу писать всякую хуйню, это байтить их. Чё нет? Ну, а меня чё, если ты знаешь, что я не буду это делать? Спасибо большое за розу. Я понимаю на смысл. Да. Не, так прикол-то в том, что только ты написала сейчас второе, чем. Благо, блядь, мне не начали спамить. Это ужас. Не, просто порой реально заходят и такие... Погадай, блядь. И в рот начинают писать Светлана, блядь, и Дмитрий будут вместе этому писать. Спасибо большое за подарочек. Я думаю, вот и к чему, блядь, все это? Хочу с людьми пообщаться. А мне тут это все. Ладно, я снова рекламлю свой Инстаграм. Снова, чтобы все увидели. Буду очень рада, если подпишетесь на мой Инстаграм. Вот, на мой телеграм-канал, на мой тикток-канал, на все мои аккаунты, у меня их очень много. Подпишитесь на инстаграм, пожалуйста, ставьте комментарии, ставьте лайк, буду благодарна. По расценкам нормально так сейчас. Вообще, смотри, расценки какие у меня? Расклады разные. То есть консультация как? У меня много разрядов. У меня консультация либо это просто, ты свои вопросы задаешь, потом идет рекомендация от карт, либо у нас мы на час, то есть полный час это безлимит вопросов консультация. Вот, ну обычно это в голосовом формате, чтобы удобнее человеку было, ну плюс информация сохраняется таким образом, нежели на звонке. И плюс есть именно уже готовые расклады, и, ну тоже здесь. Именно расклад, потом рекомендации. Вот. Расклады сейчас 35-55. Безлимит на час 75. Вопросы. Ой, блин, 3. Вроде 45. 5-50. Такая расценка на данный момент. Вот.
Ну, еще у меня есть сейчас, до сих пор я оставила прогноз на 2024. Его два вида. То есть, либо мы берем как фазы года, ну, отдельно мы декабрь берем, потому что он фазы. И что? А, ну, совет от карт. Либо мы прям каждый месяц разбираем дико. Дико каждый месяц. Вот. С кирешек. Да, упаковка кирешек. И Балтика нулевка. Вот. На данный момент такие. Да, на 24-й это интересный фактор, потому что очень много чего узнаешь же. Очень много к чему готовым. Но в этом году у меня ребята брали только именно такую расшифровку по фазам года. То есть прямо на каждый месяц не брали. Ну да, нормально. Если интересно будет, обращайся. Вот. Ну да. В любом случае, если интересно, то обращаюсь. Посмотрим, что там и как. Вот. Мне самой эта тема интересна, не знаю. Мне очень нравилось с ребятами делать вот этот конкретный вопрос. Потому что самому интересно, блин, а что там будет. Потому что, знаешь, раскрывается по-своему у каждого же. Там было смешно. Ну, конфиденциальная информация, просто обобщенно говорю, что смешно то, что у одного человека была фаза, типа, первая, это была про проработку себя, про знакомство с людьми, вторая фаза только про работу, третья фаза у нее выпала очень большой акцент на людей, четвертая фаза выпала снова на работу. У нее так все по фазам шло, было очень интересно. Вот, даже самой увидеть всю эту информацию. Так скажем. Такой фактор был. А ты все еще работаешь этим? Ну, я не помню, кем ты именно работал, но я помню, что ты на кухне работал. Блин, ну я надеюсь, что этот год будет у тебя поярче. Вот. Не знаю, я прям чувствую, что 24-й год — это год прям такой. Не знаю, как он у всех, безусловно, проиграется, но я прям чувствую, что этот годик такой будет. Максимально интересный. Я думаю, у тебя с армией все решено, у тебя же сколько, у тебя же вроде достаточно там лет. Я, конечно, не помню, сколько. Да, хорошо, без проблем, у тебя же мой инстаграм есть. 20... А, тебе сейчас 23? Я почему-то думала, что ты прям старше. Я почему-то думала, что тебе там 25, 26.